たな。そいつがターゲットだ。Точка назначения уже известна? Да, приказы все есть. Заключенного по имени Малак нужно отвезти на аванпост Яхо-Обу. Понял. Аванпост Яхо-Обу. А что с остальными? С ними я разберусь прямо здесь. Повтори приказ. Доставить Малака на аванпост Яхо-Обу. Остальные заключенные останутся здесь. Хорошо. Исполняй. Вас понял. Таргетは移送されるのか?他の捕虜はここで処分。どうする?目的はあくまでターゲット一人の回収だが、ターゲットが移送先に着くまでまだ猶予はある。Эй, чем мертвым прикинулся? Эх, скучно будет ехать. Самочувствие Малака. А мне откуда знать? Врач осмотрит его, когда приедет на место. Говорят, его отправят на вскрытие. Вскрытие? Он жив еще. Говорят, что если тело не повреждено, скрывают всех. Мертвых и живых. Первый раз слышу. Мне сказали одно. Доставить в Яху-Обу. Ага. Только ты это... говори. Это я тебе все вспомнил. Хорошо. Говорят, что по деревне Малака недавно прошла какая-то странная болезнь. Болезнь? Да, и судя по всему, деревня сгорела задолго до бомбежки. А? Кто идет? Что такое? Я услышал какой-то шум. Вроде из сортира. Есть тут кто? Наверное, послышалось. Куда мне так? Извини. Ладно, тебе пора. Не пройдешь. Сможешь разобраться? Ну, пошли! Давай вернемся к машинам.
Ты там живой еще, друг? Еще полпути осталось. Ты выдержишь. Малак зовут, так? Семья есть? Они жили в той же деревне, а? Я вот тоже давно не видел семью. Ну что, мы почти приехали. Скоро тебя смотрит врач. Падай, дуба. Заключенного из Ламар-Хате. Я слышал, отличная работа. Происшествий не было? Все как в рапорте. В остальном ничего такого. Заключенный? Он очень слаб. Что такое? Ничего. Так что его смотрят врачи. Врачи? Первый раз слышу. Ясно. Так куда мне его отвезти? В западное крыло. Его опять будет опрашивать? Это не наше дело. Отведи его в западное крыло. Он же умрет. Ну и что? В смысле? У нас четкий приказ. Не теряй времени и отведи его в комнату для допросов. Выполняй приказ, или я доложу начальству. Понял. Приятель, мы приехали. Охранник сказал, что твоя семья выжила. Представляешь? Они успели сбежать в другую деревню. Серьезно. Так что, когда тебя будет опрашивать, не теряй духа. Ты же солдат. Не опускай голову. Что произошло в деревне? Ты ведь должен знать хоть что-то? Говори! Вся твоя деревня сгорела дотла. Почему? Заключенные умирают. Говори, будешь жить.
выбор за тобой. Спрошу еще раз. Что произошло в деревне?